Барса уже 64 очка. 30 матчей провели подопечные Валерия Белова и реваншировались за поражение во Владивостоке. Атака 3 в 1. Я говорю про концентрацию. И вот момент у... Кого бы вы думали? Да, у Константина Соколова. И он забивает своей бывшей команде, при том, что у него мало игрового времени было в третьем периоде. Ох, как зол сейчас Белов. И я бы тоже разозлился. Ну как так можно допустить атаку? 3 в 1, оставить голкипера, который столько раз выручал и сегодня, и в предыдущей встрече. Соколов догнал шайбу. И ударил еще напоследок ногой.